повинен? Грешен, матушка. Что ж ты, Алексей Петрович, худое против России задумал? И в мыслях не был. Порядок хотел сохранить. Не бывать порядку там, где бунт назревает. А ты сговор затеял. Не было сговора, ваше величество. Вас, который на верность присягал, я не предавал. Россию тоже. А ведь предупреждал я тебя, Алексей Петрович. Не думай ты один за все отечество. Как я на то и поставлен, матушка. Бестужева Алексея Петровича, канцлера Российской империи, приговорить к смертной казни. Приговор привести в исполнение. Когда? А дату сам впиши. Ну а что ж ты милости просить не намерен? Нет.